У нас Trouble Brewing, и у нас Бенни это Poisoner, выбирает игрока, и этот игрок становится отравленным. Майк это Fortune Teller, выбирает двух игроков и узнает, что один из них демон. Вернее, демон ли один из них. И для него Ян будет значиться как демон. Таня это спай, она знает весь гримуар каждый раз, каждую ночь, и она может быть представлена как добрая. Например, Эмпату. Эмпат это ник, он узнает, сколько из его соседей злых. Слава это Virgin, если его номинирует горожанин, то тогда этот горожанин умрет сразу. Один раз. Монг это Ян, выбирает игрока, и он защищен от демона эту ночь. Джерри это Слэйр, один раз за игру может выстрелить, типа, если попадет в демона, то демон умирает. МС Горшков это Солджер, его демон не может убить. Дарк это шеф, он узнает, сколько пар злых игроков сидят рядом. Привет. Привет. Ты узнаешь, что твой демон это Steel Phil, и второй твой сосед, ну, друг, миньон, вернее, это Таня. И ты Poisoner, собственно говоря. Ты можешь сейчас уже выбрать игрока, которого хочешь отравить. И он будет говорить неправду, получается. Нет, он не будет говорить неправду, я буду говорить. Если, в зависимости от его способностей, он будет получать какую-то неверную информацию, либо его способность не будет работать. А он об этом не узнает. Поэтому выбери игрока. До следующей ночи это будет работать, в смысле. Я понял. Сейчас я выбираю, да? Да-да. Ну, давай. И нажимаю на Нет, нет, экранчик, ты да? просто мне говоришь. А, ну давай, Дарка. Хорошо, давай. Привет. Привет. Ты шпион. Ты получаешь свой Гримуар. гримуар и можешь его сфоткать. И ты узнаешь, что Бенни, твой второй миньон, как ты уже видишь наверняка, либо увидишь. И Steel Phil твой демон. Слушай, подожди, а я вижу Storyteller Walkie, но не вижу сам гримуар. Мне что-то Ну, ответить так тут надо? нажми на него. Нет, Нет, так на не The появилось. Grimoire нажми. Понял. Все, разберешься. Секунду, подожди. Вот, все, да, теперь да, по идее. Давай. Я заслушался там, Так, как давай, будто Стил тебя Филыч, соберись, пожалуйста. Без на. резких движений. Нужна долгая игра, иначе я утомляюсь. Окей, Ты погнали. узнаешь, что твои миньоны это Бенни и Таня. Окей. И ты узнаешь свои блефы. Это Рейвен Кипер, Андертейкер и Мэр. Ой-ой-ой, мэр, Хэвенкипер и Андертейкер. Да, Окей. давай. Давай. Дарк Пойзен и узнает. Один. Если два скажу. Ну да, один скажу. Здорово. Ты узнаешь одна пара. Окей. Давай. Здорово. Ты Привет. узнаешь ноль. Ноль. Я надеюсь, я не пьян, не дранк. Кто же знает? Ладно, Давай. дрочишь. Да, я хочу проверить Бенни и Таню. Бенни и Таня, ты узнаешь нет. Спасибо. Ну, 2 ночи, допустим, продержался, но зависит, да. Ребята, я опять мертв. В прошлый раз вы хорошо быстро разобрались. Молодцы, значит, вы все-таки меня чуть-чуть любите. Приятно. Либо Так, прислушиваетесь. секундочку, пока все не ушли, секунду, секунду, секунду. Так, я Ребята, скажу сразу просто, что я из первой четверки. Если у нас есть Undertaker, меня можно, в принципе, казнить первый день. ой, Вау, слава, отключился. слился. Да. Так, в общем, меня можно казнить в первый день, и тогда пусть меня это сам Undertaker проверит, и, в общем, тогда будем доверять друг другу, и вообще будет хорошо. Отличная мысль, мне нравится. Как бы да. Я на всех обижен, но ничего никому не буду говорить.
Но я так понял, что ты типа из тех, кто получает инфу. Не скажу вообще ничего. Ты либо импартом, либо fortune teller, либо что-то. Хорошо, хорошо. Я, если что, я пока называюсь последней тройкой. Слава, у тебя что с микрофоном? Сначала громко было, теперь вообще тихо. Сейчас попробую настроить. Так, Ян, кем называешься? Последний. Я называюсь последней пятеркой. Пусть будет так лучше. Пятеркой. Пятерка. Ого, мы пошли. Ну пока, да. Первая двенашка. Ага. Я хочу у мэра взять блеф, мэра, потому что мэра, третью мэра, тройку есть. В пятый раз будет тупо. Импат, фотчет, пейт. Творчен. Ну, я из первой четверки, да. Да, я это слышал. Из первой четверки аутсайдеров, наверное, да? Нет. Никак учите. Я понял, хорошо. Творчен Слеер, да. Мэром, там еще есть два блефа. Undertaker и Raven Keeper, Steel Feel, наш имп. Да, это я знаю. Вот. Хочешь остальных расскажу? Майк Fortune Teller. Ник Эмпат, нам тип. Да, привет. Здорово. Да, слушай, у меня вопрос. А если меня ночью отравили, то меня могут убить в эту же ночь, правильно? Правильно. Все понял, ладно, спасибо. Давай. Ника, потому что он. Солдат. О, какие классные роли. Undertaker, Raven, солдат. Мне не очень нравится. Я называюсь пока что последней пятерочкой. Последний пятерочка. Если ты не против. Так, ты Undertaker. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну чё, меняемся? Давай. Я из последней тройки, а? Ты из последней тройки. А у меня в этот раз вообще прекрасная, прекрасная роль. И прекрасная тройка. У меня Empath, Fortune Teller и Slayer. Empath, Fortune Teller и Slayer? Да. Блин, мне бы хотелось, чтобы вы такие меняемся, меняемся, и такие усы нацепили, например. Вот это было бы хорошо. Хорошая. Хорошая? Здорово, здорово. Обмениваться будем? Давай. Я последняя пятерка. Я пока так, потом буду... точнее говорить. Ну, так. Так ты что? Я потом скажу. Да, я говорю. Не помнишь, Ян это Эмпат, кто у нас? Я плохо записал. Не знаешь, кто Эмпат? Я не успел. Майк, я знаю, что он Fortune Teller. Это я знаю, да. А, Ник Эмпат, все, Ник Эмпат. Ник Эмпат, да, Ник Эмпат. Ну, это значит, следующей ночью я Ника травану. Да, Ник траве. Я убью тогда, MC не взял он этот... Ну, я подумаю, кого-то снизу. Либо Слава, либо я. Это мэр пишется. А, майор. А я... Я прекрасный персонаж из прекрасной тройки. Я Эмпат, Fortune Teller или Slayer? Хорошо. А ты не Slayer. Потому что Slayer я. Все очень просто. Ну почему ты свои... Ты не сказал, что ты Slayer? Я не говорю никому, что я Slayer. Я скажу только тебе, что я Slayer. Окей, хорошо, спасибо. Попал, и тогда у нас будет еще дополнительно один день. Я вышел. Ему, соответственно, я ему скажу, что он это я. Ты сказал в общак. Я знаю. Окей. Он кто-то надо, меня услышал. Ох, скорее их секундочки уже, не терпится нажать гонг. Все, нажму гонг. Нет никаких секундочек. Someone is trigger happy. Какие блефы? Хорошие блефы, нормальные такие. Номинации открыты, ребята. Я номинирую себя. Дарк номинирует Дарка. Скажи нам почему. Интересно. Ну, потому что я опять же сказал, я из первой четверки. Я хочу, чтобы меня проверил ночью Undertaker. Все просто. Хорошо. И мы тогда будем иметь двух подтвержденных синих. Начиная с... Либо красных. Начиная... Народ, синий город, вы что помните? Вы опять по тем же граммам идете? Да, опять. Начиная с Бенни, 5 голосов нужно, чтобы заблокировать Дарка. Мы опять планируем выиграть.
Да, они хотят меня убить, но... Он говорит, гробовщик. Гробовщик может быть его же красный напарник. Чем эта проверка вам поможет? Вы что творите? Вот, Слава, я тебя запомнил. Мы получим связочку, мы хотя бы свяжем двух игроков. Я одобряю. 9 достаточно. Видишь, я синий, они всегда за меня голосуют, когда я синий. Будут ли еще номинации? А когда я красный, они за меня не хотят голосовать. Вот уже хорошая. Напомнить, насколько мы часто типа выпиливаем. Ну, и вот именно, когда я синий. Когда я синий, меня всегда выпиливают. 5. А мы тебе, когда ты красный, выпиливаем. 4. Нет, на красный я пытался на прошлой самой игре. 3. Я красный был. Я говорю, убейте меня. 2. Нет, не хочу. 1. И Дарк не умирает? Как ты хочешь умереть? Ладно, умирает. Мы переходим к ночи. Привет. Привет. Выбери игрока. Я Ника. Ты выбираешь Ника? Хорошо, давай. Спокойной ночи. Давай. Да, привет, Still Feel. Привет, Still Feel. Хорошо, давай. Вот такой вот, вот такой вот монах. Таня получает гримуар. Адя, привет. Адя. Привет. Да. Ой, ну давай, 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 давай. Сейчас Ник будет отравлен. Давай попробуем. Слава. Хорошо, давай. Здорово. Да. Сколько ты думаешь? Не угадал. 2. Да что? Давай. Ладно, давай. Я хочу проверить Ника и МС Горшкова. Жесть! Точно их? Точно их. Ну, ладно, нет. 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 Окей. Но это я игривый просто, естественно. Все, пойдем. Один единственный. Ребята! Утро настало. Утро. Начинается не с кофе, а со смерти Славы. Давайте. Славы. Окей. Славы. Ну сейчас Джерри умрет и все. У вас есть 4 минутки поговорить между собой. Так, а что, есть у кого-то инфа какая-то? Окей. Да. А я тебе верю теперь. Окей, можем друг другу верить, но я его выбираю. Окей. У меня была инфа, я потом, в принципе, скину тогда. У меня одна пара должна быть. Так что это не МС Горшок. Ну, в принципе, посмотри, сколько у нас этих миньонов? 2? 2. А, ну тогда МС Горшок все еще может быть. Но он не демон. Ладно, давай, хорошо. Давай. Значит, получаю. А чё это ты так разговариваешь? Так вот хочется. Ну и ладно, не хочешь говорить, и не надо. Ладно. Может, Раш, покажешь что-нибудь? Пока что та инфа, что у меня есть, и говорит мне, что я либо пьяный, либо отравленный был когда-то. Угу. А кем ты себя осознаешь? Пока не скажу. Понятно. На инфу. Супер. Супер, отлично. Давай, удачи нам. Угу. С учетом того, как Дарк сам выпилился, я вообще сомневаюсь, что у нас есть мутейки. Больше похоже на связку Дарк плюс кто там Силфил, ты говоришь, да, сейчас прикрывается, потому что... Ну, он не прикрывается, но они вот сейчас разговаривали, вот он сразу позвонил Дарку. Ну, это такое, знаешь. Ну, да. Выпил Дарка вообще. Я еще могу где-то там на краем сознания там про рекрюза сам выпил понимать, хотя мне это противоречит логике и стратегии игры. Но выпиливаться просто синему игроку горожане. О! В церковь залетели. Ура! Ой, и Сэнши тут. Здорово. Ушел. Тебе свою тройку, я могу сказать свою тройку. Undertaker, Raven, Солдат. Undertaker, Raven, Солдат. Так, и... можно предположить, что ты не Undertaker.
Почему ты так предполагаешь? Но, ну, я не знаю, если ты Undertaker, ты же должен был откопать... Да. У меня еще нету. Четвертая тройка. Окей. А у меня вообще классная роль в этот раз. А, вот, и классная тройка. У меня Empath, Fortune Teller или Slayer. Окей. Я так понимаю, что... А, ну ладно. Если хочешь, я тебе скажу мою роль. Я Raven Keeper. Mm-hmm. Так что, если что, можете за меня голосовать, и тогда я смогу... Твоя роль не так работает, если ты Raven. Подожди, если я умираю ночью, то тогда да. Я выберу... Ночью. Тогда... Тебя демон должен убить. А, меня демон должен убить, я не могу на голосовании. Ага. Если что, на меня не перекидывайте. Ник был отравлен, Empath. Ник отравил. Нет, первую ночь он-то получил информацию. А, окей. Ну, да, сейчас отравил. Да. Думаешь, что ты кто-то полезный, кто получает какую-то там информацию и так далее, и захотеть тебя убить. То есть, если тебя убьют... То есть, я не знаю, все какую-то очень аккуратную, очень общую инфу называют. Вот. Я раз и не умер, то не буду говорить, кто, даже тебе сейчас. Но двойка во вторую ночь, она нереальна абсолютно. Ну, это понятно, что она нереальна. Просто интересно, почему. О! А вот и часы заработали. Номинации открыты. А я, в общем, вкинул свою инфу, короче, меня, в принципе, проверили, и я знаю, в принципе, кто такой Undertaker, если он не спай, ну и если у нас тогда второго Undertaker никто не представился. Вот, в общем, я был шефом, и у нас есть одна пара, которая красная, которая сидит рядом. Окей. Второй запрос на номинации. Какая-нибудь еще полезная инфа есть? Нормальная? Какая-нибудь что-нибудь? Слава, а ты кем был-то? Не скажу. Слава обижается. Слава красный получает? Не, ну... У Славы у меня аж два жетончика бет. Вот, но... Ну, мне кажется, он просто очень обиженный за прошлую катку. Не-не-не, ребят, никакой обиды, вы даже не думайте об этом. Просто меня убили, я не вижу смысла называть свою роль сейчас. Кто-то может спалиться когда-нибудь. Окей, make sense. Последний запрос на номинации. 5, 4. Ни у кого нет, ты какой-нибудь. 2. Я номинирую Ника. О, приятно это слышать. Надо говорить, Джерри номинирует Ника. Джерри номинирует Ника. И... Джерри, скажи нам, почему? Это сейчас будет очень по-детскому, но мне можно. Мы считаем, что мы два раза звонили Нику, а он нам не ответил. Ник не дискотек. Вот и подозрительно, что он уходил к другим людям, хотя я с ним не разговаривал ни разу. Соответственно, по идее, он должен был выбрать меня, когда он вообще не говорил. А он давал других людей, причем по ходу одних и тех же пару раз. Это вызвало подозрение, что, возможно, он там блефы забыл, стратегию, еще что-нибудь. Хорошо. Ник, ну-ка. Я ни разу не говорил с двумя людьми подряд, ну, в смысле, с двумя людьми вообще два раза. Со всеми, по-моему, поговорил только по одному разу, с кем говорил. Ну, как бы да, так получилось, что мне звонили пару раз по два человека одновременно, и я выбирал мне Джерри. 4 голоса, что мы... Ну, в общем, за что обвинили, тем и оправдался. Вы правда дошли до такой аргументации? 4 голоса, чтобы заблокировать Ника, начинаем со Славы. Комментарии, что те роли, которыми представлялся Ник, в принципе, можно убить... И то же самое, что с Дарком. Чего? О, 7. Вы что, издеваетесь? Это хорошее число. Будут ли еще номинации? Он мне представился той роли, которую не стоит убивать, по крайней мере.
Но он еще блефа не узнал. Ну, что ты, ну, есть сомнения, что будут номинации. Но что вообще происходит, народ? 4. 7 голосов при отсутствии обвинения. 3. 2. В прошлый раз сработало. 2. Это 2. Обвинение сильное. Ну, если бы это просто for fun идет такой. 1. Ну. Вот понятно, красненькие накинули свои голоса сейчас просто до кучи заодно, это понятно. Но Ник умирает. Окей, Слав, а кого, если не Ника, понимаешь? Ты, типа, если... Нету, пап, мы переходим в ночь. Единственное, что про шерство свое, и все. Все остальные молчат, и... Если честно, я тоже немножко в ахуе, потому что... Особенно с учетом того, что... Ай-яй-яй, матюгальки. Привет. Привет, Джерри. Ты травишь Джерри, хорошо, давай. Давай. В какую-то секунду я подумал, что Джерри же его демон. А ты ошибся. Ян. Привет. Привет, Стофил. Хорошо. Чуть не промахнулся. Привет. Привет. Ян. Давай, пока. Это интересно, ведь таким образом Стилфил оставляет у себя вокруг себя пару. Это интересно. Ладно. То есть неправильная инфа Дарка может привести к тому, что Стилфила забомбят. Привет. Привет, Ян и Стилфил. Ян и Стилфил, и ты узнаешь, да. Хорошо, спасибо. Давай. Всем привет. От старых штиблет. Мы встречаем новый гробик с Яном. Оуч. Я был монком. О, блин! А? Подожди, а ты мне другую информацию говорил. Mm-hmm. Так. А что сказал-то? Да, что такое? Ну чего, в общем, давай я тебе расскажу, кто я был. Я был Веджем. Да. Как так? Отлично. Андертейкер я, не Рейв. Андертейкер. Ладно, давай, ну что, как так эмпата слить, ну ладно. Ну как бы, я не отвечал на звонки, ладно. Что-нибудь, понимаешь что-нибудь? Я ничего не понимаю, все дают какую-то общую инфу. Вот. Ну, у меня просто, к сожалению, такая роль, что она прям напрямую инфу не дает. Она важна, но без инфы. Да, у меня тоже. Окей, ладно. Я завалил, чтобы там как-то перекинуться, но я думаю, что в реальности все красные живы. Соответственно, у нас 2 синих, 3 красных. Кто? Пока что я думаю, что демон — это стил, но у меня не так много... Окей, давай в него выстрелим и проверим. Я просто сейчас умру, скорее всего. Ну, я не вижу дальше. Давай, давай. До последней тройки, и мы никого не убьем. Но мы с тобой как будто бы... Да не тут. Да, Мишенька не слышит. А вот теперь Мишенька тут. Теперь. Джерри Слэйер стреляет в Стилфила. Ну, ты подожди, когда на общем собрании. Так не, выйди, ты убери от тормоза, мне нравится это. Джерри, не надо, что ты делаешь. Если ты клеймишься Слэйером, то ты должен публично это сказать. Отлично. Джерри Слэйер стреляет в Стилфила. А Джерри чего? Говорит, что он Слэйер. Подождите. Джерри говорит, что он Слэйер. Заряжает свой арбалет в сторону своего, в окно своего соседа, пока сосед сидит и на диване смотрит телевизор спокойненько. Но, судя по всему, у Стилфила бронированные окна, ничего не происходит. О как! Что-то вообще... А почему вообще ты Стилфила считаешь? Он ему на звонок не ответил.
Что-то у Джерри такая, блин, да, логика. Все, окей. Получил информацию. Кто эти доверенные лица? Кто? Конечно, у меня есть инфа, я каждую ночь инфу получаю. Эмпат, эмпат, Ник. Вас не подтверждаю, на то, что Камс. Алло, 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 номинации. Номинации открыты, ребят. Так, я предлагаю проголосовать за Майка. Я объясню почему, потому что как бы у нас есть скрытая пара. Как бы, если доверять тому, что я получил правильную инфу в самом начале, и, скорее всего, вряд ли как бы Пойзонер у меня попал на первой же ночи, вот, у нас должна быть, скорее всего, одна пара. Скорее всего, это Майк и кто-то, либо Бенни, либо Таня. Потому что Стилфилу я доверяю, поэтому у нас должна быть одна пара. Обоснуешь? Я еще раз объяснил. Ну, потому что они сидят рядом. Потому что, да, они сидят рядом. Стилфилу я полностью доверяю. У меня есть проверенная инфа, что у него, как бы, он, скорее всего, синий. Вот, поэтому я говорю, что нужно убрать Майка, потому что, скорее всего, у нас есть пара либо Майк и Таня, либо Майк и Бенни. Вот, поэтому, как бы, я проголосовал за Майка, так он сидит. Ну, среди. Или твоя информация была неправильной? Это то, что я говорю, есть шанс, что в меня попал Пойзонер, но он один к, давайте посмотрим, сколько... Один к десяти. Угу. Он попал именно в меня. Второй запрос в номинации. Стил и Фил номинирует Майка. Фил, скажи почему? Или ты просто скажешь, что... С Дарком мы работаем в команде. У меня логика похожая. Хорошо. Майк, твоя защита. У меня есть железная аргументация. Прям железное алиби. Если я скажу, то я немножечко вскрою свою роль. А я не хочу ее вскрывать. Вот, но... Вообще-то у нас осталось у нас осталось 6 синих. Ну, как бы, если рассчитывать вообще, что у нас 6 синих, у нас, скорее всего... Именно так. И если я останусь там одним из трех, или, не дай бог, одним из четырех, и там будут голосовать, то я себя прямо железобетонно осеню. Вот. И поэтому, типа... Давайте так, если останется 3 игрока там или 4, я буду жив, и то, пожалуйста, спокойно голосуйте за меня. Если моя аргументация вас не... Какая у тебя роль? Лучше сейчас скройся, потому что как бы из тех трех ролей, которые ты сам дал, две уже отметены. Как бы две... Хорошо, хорошо. Я Форчун. Первый раз я проверял Бенни и Таню. Получил 0. Второй раз я проверял МС Горшкова и Ника. МС Горшкова и Ника. И получил очень странную реакцию. Мишенька спросил точно, я сказал, да, он сказал, жесть, ноль. Вот, и вот эту вот последнюю ночь я проверял Яна и Стилфила и получил 1. Но, как бы, моя роль, я и могу дальше отыгрывать, могу не отыгрывать, у меня козырь в другом. Окей, я все еще считаю, что это Майка. Да. Хорошо, начиная с Тани, 3 голоса, Майк, чтобы заблокировать Майка. Три голоса достаточно? Будут ли еще номинации? Хорошо. Очень жаль, что придется вскрывать мой козырь сейчас, но в первую ночь, вспомните, Мишенька в конце ночи сказал: «Синий игрок, ответь уже на мой вызов». Так вот, это был я. Блин, давайте без этих метагеймов, блин. Ну, это правда такой... Это был Слава, ты че? Почему здесь ты? Это был я, Майк. Угу. Сразу это было очень четко Майк, понятно, потому что Слава говорил... Слава по слову, по-моему, не договорились. Да. И давайте без этих самых, да, блин. Давайте без этих метагеймов, блин. Это... А кто там сыграл против Майка вообще, по-моему? Ну, собственно, значит, вот они, 2 красных. Таня и Слава. Последний запрос на номинации. Интересно. Слава вообще-то ночью умер вообще. 4. Ночь смерти. Я номинирую Стилфилу. Майк Кей номинирует Стилфилу. Вот, пожалуйста. Майк, скажи, почему?
Еще раз, по моей информации, Fortune Teller, единственный игрок, на котором мне дали единицу, это Steelfield. Вполне вероятно, что я отравлен, вполне вероятно, что я дранк, особенно по реакции Мишеньки. Но это единственное пока. Ну, еще Джер немножко подозрительный со своим слейером, но, блин, он слишком круто играет, как будто за синего. Вот, это моя. Хорошо. Steelfield, твоя защита? Да, в принципе, я думаю, что стол понимает уже, кто я, поэтому я уже многим представлялся, и я думаю, что Майк реально наш красный, то ли демон, то ли мент. Поэтому тут защита бесполезна. Окей. Можно комментарий? Да. Ну, если ты уж так красиво клеймишь с Андертейкером, где инфа? Угу. Инфа, где? Какая у меня роль была? Начиная с... У Яна Монг была. Мешу Беленочев. Начиная с МС Горшкова. Я могу назвать всех, кто... Дарок и Ник, я к ним в личке ходил. Начиная с МС Горшкова, 3 голоса, чтобы сравнять, 4 голоса, чтобы экзекьютнуть. Блин, помню, игрока спрашивают, какая у него была роль. Он ее так смело называет, а его убили, блин, ночью. 2 недостаточно. Да. Будут ли еще номинации? Ян, ну это ты красиво поймал. 5. 4. Серьезно, поймал ваши эти игры. Капец. 2. 1. Майк Кей давай, умирает. Умираем, мы победили. Мы переходим в ночь. Опс. Хо-хо-хо. А Steelfield жестко спалился. Ну ладно. Да? Джерри. Давай. Бенни красава, хорошо играет. Пользы нет того, кого нужно. Тут идет по плану. Ох. Не совсем по плану. Поначалу все шло хорошо. Язык мой, враг мой. Говорите. Да капец, ты поторопился, не надо было, да, согласен. Надо больше молчать. Все, давай, Джерри. Кто, Джерри? Да-да-да. Давай. Давай. Ой-ой-ой, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. А мы еще не проснулись. Здравствуйте, мы еще не проснулись. Просыпайтесь, Сонь, вы опять проснулись, как... Все тебя я даже вчерашний сторм не разбудил. И ничего больше не разбудит Джерри. Ну, Джерри, да, вообще не был. А смысл? Остается 4 игрока. А если Джерри был импом, который сейчас перекинул свою роль? Скорее всего. Нет, но он не был под подозрением даже, как бы. В смысле он не был под подозрением? Он клеймился слеером и был таким уверенным, что Steelfield имп, и ничего не сработало. Ну, в любом случае. Где я был уверен, что он имел? Таня, ты кто по роли сама-то? А? Она не поспала. Пора говорить. Так, а я не... Ну, в смысле, я тройку рисовала, и в отличие от тебя, который так и не сказал свою роль, я мэр. Я жду, когда нас останется их чуть меньше, чтобы мы могли победить. А МС, я хотел сказать. Да, я готов сказать, смотрите, я Soldier. И единственный человек, которому я называл свою роль, это Таня. И, ну, как бы ночью до сих пор меня не пытались убивать. Вот. Что наводит меня на подозрение про Таню. А? Да нет, у нас, скорее всего, есть. Каким образом нет? Это на меня наводит подозрение? Да, спай у нас есть, и поэтому Майка еще и налезть только был. Хорошо, спасибо. Давай. Не за что, давай. Да, очень похоже на это. То, что Steelfield спает. Ты считаешь, что у вас по вкусным признакам? Это шпион и Poison. Вот. Скорее всего... Мишенька, что случилось? Верхняя пара. Чё? Либо если ты что-то это уже не имеет большого значения. Майк на секунду ожил и умер обратно. Это было странно.
Слава, у тебя, видимо, что-то с микрофоном. Ты когда говоришь, тебя так тихо слышно, что, видимо, многие не замечают и начинают говорить с тобой. Понятно, но мне трудно что-то сказать. Нет, нормально у него слышно. Ну, иногда нормально, иногда нет, он типа скачет. Да, да. Не, ну, просто если кто-то громче, да. Может быть, ну, короче, ладно. Попробуем. Так, у нас сегодня сколько? Раз, два, три, четыре? Это как раз день, когда мы не убиваем. Я очень надеюсь, что у нас. Надо, надо убивать. Ну, да, и если у нас теоретически может быть все еще три красных. Да ну, слышишь, мы настолько промахивались. А, нет, в принципе, да, если Майк умер, тогда у нас только два, наверное, красных. Не, ну все-таки, то, что Джет. Да, слушай, а ты в прошлый раз там длинную цепочку про Steel Phil говорил что-то. Да. Можешь еще раз воспроизвести? Могу. Угу. Я Fortune Teller. Я проверяю каждую ночь двух игроков. Вот, соответственно, единственная пара, на которую мне показала единицу, а это значит, что среди них демон или Red Herring, то есть синий игрок, который для меня является красным. В момент, когда... Да, вдруг. Нет, он не забыл. Номинации открыты. Мишенька, мы переходим в ночь. Номинации открыты. Я поддерживаю. Прикрываем номинации. Ну, а что хотя... Я не знаю. Я все-таки надеюсь, что... Не-не, в моих интересах точно как мэра, чтобы мы быстрее дали... А? Что это было? Ник показал вот так. Да, вы убили нашего эмпата, блин, молодцы. Да, капец. Ник был эмпатом. Второй запрос на номинации. И что у Ника было? Ноль? Что Ник, да, тогда ничего не говорил. У меня было первую ночь ноль, во вторую ночь два. Так что я как бы не делюсь этой инфой. Да, вообще это не бесполезная инфа, кстати. Любая инфа, она не бесполезна. Это значит, что это самое, что в принципе, скорее всего, в первую ночь, может быть, тебя не отравили. Тогда, в принципе, да, и логично предположить, что это Бенни. Вот это как бы... Подозреваю, я еще могу представить, да, могу предположить, что Steel Phil все-таки спай мне представился как Андертейкером, и поэтому узнал мою роль. Вот, но как бы я все равно считаю, что, скорее всего, моя инфа была правильной. У нас бы есть пара, и это было Майк и Бенни, и еще, может быть, МС Горшков, как бы. Поддерживаю. Дети. На Бенни сам стрелки падут. Хоть как. Третий запрос на номинации. Ну что, номинируйте Бенни тогда. Да нет! Не надо никого номинировать, пожалуйста. А, у меня еще вопрос. Смотрите, если мэр сейчас вернулся в стол, то почему бы демону не убить его ночью? Отскочить. Во-первых, может быть, отскочить от него, во-вторых, да, пять. У меня такая возможность, что как бы может умереть другой. Четыре. Помнишь, как мы убивали мэра, когда три. Ты его отравил, чтобы два. У него обилка не работала? Я убил. Один. Это был я. Ну что, да. Ребята, спокойной ночи. Спокойной ночи. Да? МС Горшок. Давай. Давай. Тарам-пам-пам. Что бы вы думали? Ну, по-любому, я почти уверен, что поезд отравил МС, поэтому я спокойно сейчас его смогу убить. Ты выбираешь МС Горшкова? Да. А может, себя убьешь? Не, ну, нет, может... я хочу, чтобы трое красиво закончили. Может, Пойзенера убьешь своего? Нет. Ну ладно, давай. Давай. Потому что... Здравствуйте, ребята! Сегодня умер МС Горшков, и мы переходим к гримуару. Ну, трое красных. Мэр сыграл, что ли? Хотите ли я вам расскажу, как все было? Очень. Итак, у нас был шеф Дарк, который получил информацию один. И мы сейчас узнаем, было ли это правда или нет. У нас был эмпат. Ник, который получил в первую ночь 0, а во вторую получил 2. И в первую ночь он получил 0, потому что снизу от него был Слава, кто был девственницей и не смог сыграть.
Почему-то девственницы решают не умирать в первый день, не обелять двух игроков сразу, почему-то, уже вторую игру. Ну да, это, кстати, странно. Но ничего, это может быть хорошей тоже логикой. И ноль ник получил еще потому, что рядом с ним сидел шпион Таня. А, окей, не Таня молодец, так, а кто молодец? Итак, дальше у нас был Ян Монг, который все ночи, насколько я помню, защищал Стилфила. И Джерри, кто был с Флеером и стрельнул Стилфила. Вообще капец. Самый эпичный Флеер. Что у нас остается? У нас остается, что либо у нас одна пара, как Дарк сказал, либо Дарк не прав. У нас был Майк, кто был Fortune Teller. И, а кто был Red Herring? Red Herring был Ян. И в первую ночь Майк выбрал Бенни и Таню, получил 0. А во вторую ночь он выбрал МС Горшкова и Ника и получил 0. Почему? Возможно, вы спросите. Потому что там не было демонов. Но тем не менее, у нас был Бенни, кто был Poisoner и отравил Дарка. В первую же Крит. Во вторую ночь он отравил Ника, и когда Слава умер, Ник получил 2. Тем не менее, один у него все-таки был действительно правильный в этом случае. Также мы знаем, что Джерри стрелял в Стилфила, и ничего не случилось. Ведь в эту ночь... И он был отравлен. И вы позволили троим злым игрокам не номинировать. И МС Горшков, кто был единственным оставшимся синим игроком, тоже не номинировал никого. И если бы вы даже убили Бенни, то все бы очень по-другому выглядело. Вау! Моя команда. Хотя лучше. Нет, ничего бы не поменялось. А кто это делает? Я тоже так хочу. Когда я в него стрелял, он был, я был. Ты был отравлен. Вау. Это был второй день, да? Да. Ну, это был правильный день. На меня отравить и Ника. Когда ты стрелял, ты был отравлен. Соответственно, Майк разложил правильно. Стилфил ходил ко всем, притворяясь Андертейкером, потому что он знал, ему Таня все рассказала, естественно. Блин, вот почему им нормальные, блин, блефы дают, а нам какой-то причем два Крида, это сначала Дарк, а потом Джерри. Да. Куда у Пользенера эта обилка видеть будущее? Откуда? Когда это добавит? Да, это вообще, что это такое? Почти. И все, ну, хорошо, когда Стилфил сказал, что Ян это Монг, и, ну, ты Монг, и Ян же такой, так я ночью умирал. Не, ну да, это тоже, это было супер подозрительно. Это было супер подозрительно, при этом... Я все еще доверял, что у меня... Именно одного голоса Яна и не хватило. Он мог бы туда втянуться в голосование Майка. Майк тоже сидел на своей инфе, как обычно. Майк все правильно подал, но да. Да, вообще непонятно, почему никакой инфы вначале. Ну, а типа, а какую я, ну, типа, инфу, что у меня по всем нули, и что бы она вам дала? Типа, ну, хотя бы какая-нибудь инфу. То, что там нету демона, это не значит, что там нету нюансов. Понятно. Вы почему-то опять, наверное, не подумали, какие миньоны могут быть. То есть, два миньона, наверное, жестко достаточно иметь двух миньонов, но я в целом, ну, и аутсайдеров не было, и достаточно сильные роли были. Я думал, что... На... Ну да, дал бы ты им какие-нибудь блефы там трех аутсайдеров, мы бы их сразу убили. Поэтому. Да, только у вас был спай, который знал, кого нету, поэтому плевать, кого бы я дал. Это понятно, да, поэтому... Я думал, как раз на черри стрелял.
Ну, спа это, конечно, сильно на самом деле. Молодцы. Блин, Андертейкера не было, блин. И ты даже Андертейкер не дал бы. Дал бы хотя бы Андертейкер, я бы хотя бы. У вас был Майк, у вас был Fortune Teller, Empath. Шеф. Ну, это нечестно. Дал бы ты Undertaker, мы бы хотя бы смогли бы тогда... Было бы хотя бы какая-нибудь... Может быть, может быть. Было бы хотя бы интрига тогда. Мне ко мне бы два Undertaker. Да. Вот, и как вы... А как вы Ника заголосовали? Это был такой пиздец. Я вообще... Я такой, ну вы что, правда что ли, блин? Ник отчаялся своей информацией и такой, а, ладно, я сливаюсь, нафиг. Окей, такая вот. Бабу-Ягу?